Друзья, всем привет! С вами Виталя. Сегодня принесли мне вот такую дрельку Grand. Называется DU650BKN. Надо поменять кнопочку. Реверс обломили. Ну все. Меньше слов, а больше дела. Погнали разбирать ее. Ребята, а вы сами делаете свой инструмент или ходите в сервисные? Напишите-ка в комментариях, очень интересно. Как по мне, я считаю, это лишняя трата денег. Ну что здесь сложного? Залезть самому и поменять кнопочку. Так, ну все. Сейчас подбираем кнопочку и меняем ее. Блин, а вот сейчас сижу и думаю, что я в начале видео сказал. Замена кнопки, реверс только поменять. Кнопку сказал, не надо менять. Любой реверс, говорит, от любой кнопки возьмите, поставьте подходящий. И все. Дрелька не очень свеженькая. Нашли вот такой маленький флажок Двинж. Но ничего, говорит, сойдет. А нам-то что? Главное, лишь бы клиент был доволен. Приклейте, говорит, и все. Если кто не знал, как доставать с кнопки сами контактики, с реверса, с самой кнопки, просто вот такую иголочку со скрепки, шилка, вставляете его в пазик, шлеп туда, и вместе с проводом оно вытаскивается с клеем. А то многие приходят со своей кнопкой, и смотришь, у нее отсюда провода обрезаны, просто оторваны. Вот, все, видите, чистенько досталось. Много кто просто этого не знает. Ладно, мужичок адекватный, понимаешь, что дрелька не новая, кнопку навряд ли такую найдет. А некоторые приходят и начинают, мне нужна именно такая, хочу. Ну нету. Именно вот такой. Что теперь поделать? Так, сейчас я пойду продую дрельку. Вы-то это не увидите. И все, и будем собирать. Ну вот, большой флажок. Так, все, сейчас мы ее скрутим. Я ему говорю, большой флажок обломится. А денег мне. А маленький мне неудобно. Ну вот. Что захотел, то и поставим. Проверим. Все. Сейчас, чтобы вам видно было, что все. Реверс работает. Вот эту беду вот так вот сделаем.
Смотрите. Оп. И в обратку. Оп. Все, а здесь кнопочка, все работает. Все, чики-пуки. Ну что, ребята, как вам такого плана? Если ремонтики вам нравятся, нет? У нас не часто люди приходят, но бывает. То есть у нас сервисного как такового нету, это я вот чисто от себя хорошим людям помогаю. Вот. Ну и напишите уже в конце концов-то что-нибудь в комментариях. Ну видос делаешь, делаешь, а в комментариях буквально там, не знаю, 1-2, ну вот некоторые там набирают по 14 комментариев, то это с моими, с ответами. Я всем буду отвечать, безусловно. У вас не столько много, чтобы какие-то комментарии игнорить. Вот, в общем, не видеть. Так что давайте, подписывайтесь на канал, не забывайте прожимать лайкосы. Все, с вами был Виталя, до новых встреч, пока!